сегодняшний вальс победы, он еще и подтверждает, ну, своего рода страницу истории, о которых надо знать нашей молодежи. Поэтому сегодня тот праздничный день, когда мы встречаемся, когда яркий майский день говорит о великом празднике, о празднике победы, которая важна для каждой семьи в нашей стране. По традиции 9 мая в каждом нашем муниципалитете и в населенном пункте каждого муниципалитета проходят митинги, парады, концерты, встречи, разные формы праздников мы проводим в каждой территории. Но в этом году тоже будет такая изюминка. Мы соединили вот это мероприятие с вальсом победы. То есть вот так, как начали мы сегодня здесь в Венделях, мы начнем во всех муниципальных образованиях 9 мая. Прежде чем начать все торжественные возложения и торжественные речи и праздничные концертные мероприятия, мы начнем с вальса победы.